Так. Ну, диагноз на самом деле не очень хороший в этой ситуации. Все равно надо трудиться. Потому что, к сожалению, классический, да, можно выключать. Классический студенческий способ, когда вы всю ночь грузите, значит, в несчастный свой гиппокамп информацию, потом доносите до преподавателя, вываливаете, потом идете спать, и все обнуляется, он вообще всегда присутствовал, я и сам так учился. Но проблема в том, что сдать это можно таким способом, а вот как бы интеллектуально вырасти не очень получается. Вы все равно должны эти знания как-то потом повторять, использовать на практике. Вот. Поэтому, на самом деле, я бы сессию отдельно поместил, да? А вот как бы настоящий профессиональный рост отдельно. Вот. А во время сессии, ну да, вот мы так устроены, что у нас есть отдельно блоки этой самой кратковременной памяти. Два таких гиппокампа, да, такие вот закрученные так немножечко конусы в глубине височных долей. Вы вполне способны, особенно если вы старшекурсник, запихнуть туда довольно много информации, там 1, 2, 3 учебника. Дальше главное не встряхивать, да, и донести до преподавателя, вывалить на него, получить оценку и идти отдыхать.